ТикТок хаоса. Слабо вам повторить такой челлендж? Красивые, мужественные лица молодых парней, которые в качестве жизненного пути выбрали непростой. Их не увидеть в блогах, они не снимают тиктоков и не гонятся за подписчиками. Их жизни наполнены иным смыслом. Ежедневные строевые, марш-броски, рукопашный бой, подготовка десантников – процесс непрерывный. За годы войска дяди Васи не раз доказывали, что невыполнимых задач нет. 2 августа является символом единения десантников всех времен и народов. В памяти потомков навечно останутся беспримерное мужество и отвага десантников, проявленные при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. В Афганистане, Югославии, Чечне, Осетии, Сирии и других локальных войн и конфликтов. И сегодня воздушно-десантные войска, части соединения, верны боевым традициям ВДВ. Современные десантники следуют славным традициям и неизменно вызывают гордость не только у родных и близких, но у каждого, кто видит воинов в голубых беретах. Славное Рязанское высшее командное дважды краснознаменное училище продолжает выпускать лучших в своем деле бойцов. А Рязань, благодаря этому, давно стала столицей ВДВ. Ну а в Рязани к ВДВ вообще отношение очень особое. Здесь десантник – это обязательно чей-то сын, брат, дед, отец – самый надежный друг, ну или даже очень завидный жених. Но новое поколение сейчас достойно продолжает традиции. Мы видим это в ходе специальной военной операции. Проявляют мужество, героизм. Все рязанцы сегодня поддерживают наших ребят. И мы твердо верим, что победа будет за нами. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505. На протяжении всей истории существования данного рода войск бойцы крылатой пехоты много раз били врага и оставались верны завету легендарного командующего. Сбили с ног – сражайся на коленях. Встать не можешь – лежа наступай.